сила и важность нашего исповедания. Меня это захватывает. Вчера у меня атака была. Дьявол пытался меня раздавить, но у него не получилось. И будем говорить о том, что делает Бог, а не о том, что пытается сделать дьявол. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Сила нашего исповедания. Давайте возьмем Библию. Скажите вместе со мной. У меня есть Слово Божье. И сегодня я буду изучать его. Изменюсь. Оно обновит мой разум. И я буду знать Бога. И ходить с Ним. По этой земле. В вере. Надежде. И любви. И Иисус Христос. Есть Слово живого Бога. Который стало плотью и кровью. И все, что я буду изучать сегодня, станет плотью в моей жизни. И я принесу множество плода и великую славу Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Многие люди думают, что исповедание происходит лишь тогда, когда мы исповедуем свои грехи. Но это не совсем так. Послушайте. Несмотря на то, что это не совсем так, я именно с этого и хочу начать сегодня. Я хочу обратить ваше внимание на то, что происходит, когда мы исповедуем наши грехи. Потому что многие люди не знают, что происходит, когда они исповедуют их грехи. Откройте вместе со мной 1 Иоанна 1 главу. 1 Иоанна 1 главу. Мы уже определенное время находимся в этой проповеди, то есть находимся в этом слове, значит, Бог нас туда привел, Бог что-то хочет нам говорить, мы определенное время находимся там. 1 Иоанна, 1 глава, 6 стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Господом, а ходим